слушай, да, мы решили, да, Игорь, мы решили, мы хотим попробовать по-новому. Так не получается, Значит, что-то нужно менять и подходить с другой стороны. Почему вы руку не подняли? Сейчас. Руку не подняли? Да. Ну, сказать, что мы покидаем программу. Это знали все абсолютно. Кто-то счастлив, кто-то будет грустить, поэтому, но главное, что равнодушных нет. Блин, можно, пожалуйста, один вопрос задать? Ну, можно Максима не забирать? Нет. Но вы так почему уходите и чего, хотите пожелать? Какой Дубай? Уходя. А, пожелать и кому? Я хочу тебе, чтобы к тебе пришла прекрасная дама, чтобы ты построил семью. А нет, желательно, чтобы к тебе вернулась твоя жена на проект сюда. Вот это лучше будет. Хорошо. С дочкой. Спасибо. Вот это прекрасно так, будет. Давай так, вот о причинах. Вот что больше всего заставило выбрать жизнь за беременность? Я стараюсь, я делаю. Мне не верят, мне не доверяют, не уверены в моих чувствах. Да. И она, я за это не осуждаю, она здесь не первый год находится. И знает, слушай, ну, скорее всего, да. Нужна проверка, я согласен. Слушай, да, я думаю, что стоит попробовать. Да. Ребята, я...